Есть еще несколько проблем, которые нам нужно решить. Первое, как мы украдем статуэтку Будды. А второе, кому мы ее продадим? Будет это музей или частный коллекционер? Но ведь мы старейшины этой деревни. Будут большие проблемы, если деревенские узнают о нашем плане. Действительно, это так. Я с вами соглашусь. В этом случае позвольте предложить вот что. Наймем для этого дела профессионалов. Я уверен, так будет больше шансов заполучить Будду. Мне кажется, этот план намного лучше. Так мы меньше рискуем, а шансы заполучить Будду больше. Что ж, если вы оба считаете, что нам лучше нанять профессионалов для кражи Будды, тогда будь по-вашему. Наймем на это дело черных ниндзя. Они достаточно опытны для этого. Ну что ты, пошли. Чего ты ждешь? Надо идти. Ты уже слышал, что они сказали, да? Ты знаешь, где Будда? Да, тогда чего мы ждем? Я думаю, может, кто-то сделает всю грязную работу за нас. О чем ты? Пусть они сначала украдут Будду, а мы украдем у них. Неплохо, папа. Чтобы это было в последний раз. Не называй меня папой, но ведь ты мой отец. Производство Джозефа Лая. Фильм Чарльза Ли. Джонатан Джеймс и Кеннет Гудман в фильме «Громовые ребята. Золотое приключение». Также в фильме снимались Матильда Бостром, Уэйн Арчер, Майк Эббот, Альберт Бронски и другие. Я знал, что кошмар станет явью. Будду украли. Должно быть, это работа черных ниндзя. Одного из них я видел прошлой ночью. Опять отряд черных ниндзя. Но как они узнали, что мы будем держать Будду здесь? Должно быть, у нас есть предатель. Мы должны вернуть Будду к празднику весны, иначе Бог разгневается и нашлет на нашу деревню катастрофу. За мной. Исполнительные продюсеры Джозеф Лай и Бетти Чан. Кто-то идет, пригнись. Какого черта? Ты что, собираешься убить его этим? Попробуем это. Что? Это точно заставит ниндзя отдать нам Будду. Так, лучше выходите. Быстро. Думаю, лучше сделать, как он говорит. Прошу прощения. Эй, ты ведь хотел передать Будду нам? Вы что, сумасшедшие? Что вы несете? Где Будда? Отдавай его. Конечно, в обмен на ваши головы. Ну-ка, мальчик, задай ему. Я? Да, ты, вперед. Сценарист Тони Чиун. Режиссер Чарльз Ли. Продолжай, пей сильнее. Ну давай, что ты делаешь? Давай, задай этой черной маске. Но ты же можешь. Подожди, успокойся. Помоги мне. Зачем? Он уже теряет силы. Осталось чуть-чуть. Ты сможешь его добить. 4, 3, 2, 1. Время вышло. Давай. Покажи ему. Он скоро сам упадет. Добей его. Что случилось, сынок? Давай, добей его. Папа, он слишком силен для меня. Ты сможешь, я знаю. У тебя все получится. Иди.
Ну иди к черту, я сам его уничтожу. Папа, там. Он убегает вместе с Буддой. Где ты учился драться, сынок? Что-то как тряпка. Хватит скулить, поднимайся. Нужно бежать. Помоги мне, папа. Нет уж. Подожди меня. Пошли уже.